Профилактической работе с пациентами в городской поликлинике номер 2 уделяют огромное внимание. Медики уверены, большинство болезней можно предотвратить, и задуматься о том, насколько правильный образ жизни вы ведете, никогда не поздно. Во Всемирный день борьбы с диабетом на повестке информация об одном из самых распространенных заболеваний на сегодняшний день. По последним данным, диабет занимает 3-е место среди непосредственных причин смерти. Здравствуйте, сейчас мы померяем вам сахар. Хорошо. Когда вы последний раз кушали? 2 или 3 там у нас. Ой, хорошо. В день борьбы с диабетом во второй поликлинике все желающие могли пройти экспресс-анализ уровня глюкозы в крови. На основании результатов при необходимости пациента направляли на прием к терапевту. Житель городского округа Мытищи Владимир Яковлевич Момзиков также решил проверить свои показатели сахара. Я знаю, что это очень тяжелая болезнь. Вот. Эта болезнь, так сказать, не позволяет, мне так кажется, производить многие операции, глазные операции, ранозаживляющие операции. У меня не было проблем, но я знаю, что в годы, так сказать, первые годы советской власти очень многие видные партийные деятели болели этой болезнью и уходили из жизни. И им даже медицина в те годы не могла помочь. Времена меняются, не стоят на месте и технологии. В настоящее время прогноз при всех типах сахарного диабета при адекватном лечении благоприятный. Качество жизни больных при этом улучшается с каждым годом. А главное, широко известны методы профилактики, в частности, сахарного диабета второго типа. Это снижение веса, потому что в основном сахарный диабет второго типа у нас развивается, когда у пациентов есть уже какой-то избыточный вес, либо уже ожирение. Вот, поэтому, конечно, нарастает инсулинорезистентность и, соответственно, развивается сахарный диабет. Также мы должны физические нагрузки увеличить, если уже есть сахарный диабет, или если еще есть предвестники этого сахарного диабета, то порекомендовать эти физические нагрузки. 4,9. Я вас поздравляю. Спасибо. Это даже не натощак. Наш герой Владимир Яковлевич такому отличному результату, кажется, сам удивлен. Но не у всех участников акции анализы оказались в норме. Поэтому после проведения тестирования пациенты второй поликлиники отправились на очередное занятие в школу диабета, которое было посвящено бытовой жизни больного. Рассказали врачи о том, что необходимо знать родственникам пациента с сахарным диабетом. К слову, такие уроки проходят регулярно, 2 раза в месяц. Еще одно важное направление профилактики – консультации по рациональному питанию. Их дают в индивидуальном порядке при назначении терапевта. Мы объясняем, во-первых, какие продукты должны быть в рационе и в каком количестве. То есть определяем пищевую и энергетическую ценность рациона, который должен придерживаться данный пациент. Это не обязательно люди с сахарным диабетом, это не обязательно люди с повышенным весом или с ожирением. Это люди даже те, у которых есть так называемая наследственная отягощенность. Да? Ну, допустим, у мамы с папой диабет или заболевание сердечно-сосудистой системы в виде инсульта, инфаркта. Да? И какой-то процент в будущем, развитии в будущем заболевания, сахарного диабета или ожирения, конечно же, имеется у этого пациента. И вот с таким пациентом, находящимся в группе риска, мы обязательно начинаем активно работать. Придерживаясь правильного образа жизни, можно избежать многих заболеваний, в том числе и диабета. Для тех же, кто уже страдает этим недугом, даже самые простые правила также актуальны. Но не нужно забывать, что обо всем, что касается вашего здоровья, необходимо консультироваться с лечащим специалистом. Именно это можно назвать залогом долгой и счастливой жизни для современного человека. Анна Мусаликина, Денис Корнев. Информационная программа «День».